сумка на спине, смотри. Это не сумка. Сумка? Нет, это крылья. Нет, потрогай. Смотри. Потрогай, они жесткие. Жесткие. Мне мягкие. Это мой черепашечный панцирь. Да. Ладно. А потрогай меня. Я пока опустись, опустись. Ты твердый. А ты кто? Я хомяк. Хомяк? Да, я такой пушистый хомяк. Вау! Это потому что мое одеялко, только не снимай его. Понятно, понятно. Карина! Кто такая Карина? Карина! Это моя хозяйка, вот, смотри, вверх. Это хозяйка? Да, моя. Ну-ка, да я тебя потрогаю. Точно, хозяйка. Слушай, хозяйка, я ведь черепашка. Нет, ты дракон. Нет, ты что? Я черепашка. Да нет, ты дракон, смотри, какой у тебя нос. Ты потрогай мой черепашеший панцирь. Ну и? Это не панцирь. Панцирь? Нет. А кролик твой согласен. Я не кролик. Да ты кто? Я хомячок. Да нет. Мягкий. Ты на кролика очень похож. Нет, смотри, какие у меня уши. Уши? Да, не видно. Это же лапки. Нет. Вот, видите, на голове. Это лапки. На голове? Что-то я вообще не понимаю. Я, говорят, не черепашка, хотя я думаю, что я черепашка. Потому что у тебя узкие и что? Волосики. Раз я не черепашка, почему я могу стрелять огнем? Смотри. Видишь? Не могу. Это драконы так делают. А я не дракон. Дракон. Я не дракон. Дракон, попробуй полетать. Чем? У меня нет крылышка. Ну-ка, да панцирем. Панцирем могу. Видишь, у тебя крылышки. А я тоже умею, потому что у меня крылышка. Кролик, сядь на место. Ладно, меня выбивает пушистый кролик. Вообще-то, ты видела, как я летал панцирем? Видела? У тебя не панцирь. Панцирь. Давай тебя. Смотри. Ну, правда, знаешь, что мне тяжело, Карин и кролик? Мне тяжело летать, я слишком пухленький. А я умею летать. Мой живот мне не дает летать. А мне дает. А чем ты летаешь? Ты же кролик, ты что, ушами шевелишь? Да. Как же тебе повезло. Сейчас я сниму мою одеялко. Ух ты. Видишь, я хомяк. Так ты же не... Нет, я хомяк. А почему ты мне говорил, что ты кролик? Ты потому что глухой. Я говорила, что я хомяк. А? Чё? Я хомяк. Чё говоришь? Хомяк. А, ты динозавр. Нет, я хомяк. Дракон? Хомяк. Ты же говорил, я дракон. Чё-то я вообще ничего не пойму, а? Потому что ты глухой. Чё? Ты глухой. Ты кто? Ты, а не я. Я черепашка. Нет, ты глухой. Я знаю, я черепашка. Я так и говорю, я черепашка. А ты глухой. Давай спросим у Карины. Карин! Чё? Я черепашка. Ну ты ещё и глухой. Я ещё и глухой? Да. Так я черепашка глухая? Да. Ух ты. А твой динозавр сказал, что я... Я... Я не динозавр! Да не ты! Вот он! Она не динозавр. Она вообще... У меня есть уши, а у тебя нету. Ой, то есть... Так кто это? Это хомяк. Это поняк? А, поняк! Понял! Поняк! Не поняк! А кто ты? Ну ладно тебе, поняшка. Ты чё расстроился?
шимпанзе Перси хочет что-то сделать. Я хочу кака. Пока.